Мы сегодня в сказочном месте в Анталии. Белеке – это Land of Legends, ну, вот уже узнаваемые места. Каждый год летом хотя бы один раз мы сюда приезжаем на шоу. Ну и чаще всего не одним, а кого-нибудь я сюда тоже привожу. Вы еще увидите, мы здесь с Зоей, и у Зои есть гости. Они не хотят сниматься, не знаю, может быть из-за того, что некоторые ей пишут нехорошие потом комментарии, что-то обсуждают по этой причине. А мы будем вам показывать сегодня вечернее шоу. И что творится в Land of Legends вечером. Вы не представляете, сколько сюда автобусов приезжает, сколько туристов сюда привозят. Мы чуть не до конца припарковались. Мы припарковались действительно почти в самом-самом конце. Столько здесь народа много. Я поверну камеру и буду лучше вашим голосом за кадром. Вот этот сказочный замок, вот символ. Вот узнаваемый. Турецким Диснейлендом еще называют. Ну, в отличие от других Диснейлендов, это просто для красоты. Внутри вы никуда не подниметесь, шатровый замок. Внизу есть сцена, а с другой стороны магазины. Вообще магазинов здесь много. Вот это все красиво, это торговый центр со всеми известными марками. Есть все, кроме Zara и H&M. Остальное открыли все, даже вот Макдональдс есть. Шоу фонтанов будет, но не здесь, а в другом конце парка, когда дойдем. Мы по Виню обязательно пройдем. Вот я уже смотрю, здесь достроили здание. Это будет Никелодеум. И похоже, что тоже здесь будут устраивать шоу. Раз вот здесь есть скамеечки. Здесь есть две улицы с магазинами. Я снимала полный обзор. Это днем, как, вот, как выглядит торговый центр. Поэтому я уже не буду обходить все магазинчики. Как видите, много людей. Одни идут в одну сторону, другие в обратную. Хотя уже до начала шоу осталось немного времени. Надо ускориться. Уже люди и здесь занимают места. Но здесь будет вторая часть шоу. Сюда гондолы приплывут. Мы же хотим все увидеть. Я понимаю, что людей очень много. Проходим мы рядом с отелем Kingdom. Дальше проходим мимо отеля Kingdom. Волшебные ворота. Это, знаете, это фонтан. Но очень-очень давно я не видела, чтобы они включали этот фонтан, но только на Новый год, на Рождество было. Канал как в Венеции. Здесь много красивых локаций для фотографий. И вам останется на память. Да, вот такое вот сказочное место. Место, где потратить деньги можно, пройдясь по магазинам, сидеть в кафе. Ну и видеть красивое шоу. Показываю, как много людей. Мы так долго сюда шли. И уже вот даже на мосту все ждут начала шоу. Thank you.
стоит вообще в первом ряду. И сейчас мы ждем приближения гондол. Смотрите, гондолы появляются. Очень красиво. Красиво. Лена, все будет, я пойду. Да-да, я все снимаю, все полкует. Костюмы поменялись по сравнению с прошлым годом. Да, новый костюм у них.
память поделиться с друзьями и родными. Поэтому надо иметь камеру, которая сможет это приблизить. Либо надо было очень рано занять место. Они выходят из гондол. Thank you.
города, очень много людей, но при желании ты все сможешь увидеть. И лучше всего именно через камеру телефона. Ты можешь выше поднять руку, ты можешь приблизить на 2, на 3. И это все заснять, а потом еще раз пересмотреть и вспомнить, как ты отдыхал в этот день. Что было здорово. Знаете, это что я делаю? Я сейчас иду и ищу моих. Вот еще Зою Владимира. Да. Люди попали в камеру. Еще у нас есть Марина, Дениса. Я их имена называю, но они, может, и мельком увидят в этом вижу. Я их не представляю. Не хотят называть. Уважаю. Буду звонить. Вот так вот. Все, представление закончилось. Знаете, сколько оно шло? Сейчас время 22:48. Но началось не ровно в 22, а началось в 22:05. Вот сколько времени идет? 40 минут. 40 минут. Ради этого люди сюда и приезжают. Ну, еще можно походить здесь по магазинам, еще сфотографироваться. Всем привет! Мы были на шоу. Очень сильно понравилось, очень много народу. И вообще очень, а он отличался от других. Было очень красивое. Единственное место, что здесь место. Мы очень рады, что мы попали сюда. Благодаря Лене. Спасибо тебе. Это красиво. Я говорю, здесь как в сказке. Я понимаю, что каждый день такое смотреть уже неинтересно, но изредка хотя бы раз в квартал это. Очень даже попали в сказку, вспомнили детство. Ну, в наше детство такой сказки не было. Вот мы взрослые смотрим теперь такие сказки. Спасибо, Лена. Я все хорошо сняла. Кто, если что, не смог увидеть своими глазами, посмотрите, что я наснимала. Свидетелей много. Ой, у меня рука отваливается. Я это все, я на высоте руке сдержала. Да, людей очень много. Смотрите, всем я очень надеюсь понравится. Хотя бы раз в жизни, если вы здесь, и не очень далеко, вы можете миллион, приехать. Очень много, да? Ну, увидите, на время добираемся. Ну, пока вам. Пойдемте теперь ужинать, отмечать праздник. Все, мы уже уходим. Фонтанчики постепенно, да, вот уже ниже. Магазины, говорят, в 23:30 закрываются, а в 24 часа, в 00, закрывается сама территория парка. Пойдем искать нашу машину. Где-то в самом конце парковки. Вечером уже не жарко, такой приятный ветерок. Очень хорошее настроение. Теперь самая страшная часть. Как отсюда выехать? Вот такая пробка из машин, трансферов. Это, как говорится, обратная сторона медали. Я вам всегда все честно показываю, рассказываю, как есть. Надо немножечко подождать, спокойно, никуда не торопиться. Кстати, кто приезжает на таком трансфере, не переживайте, они вас ждать будут. Вот они количество людей, сколько привезли, столько обязаны увезти. Вот уже дошли мы до конца парковки. Да, нашли машину. Ура! Ну, вы видели, какое там столпотворение. Время сейчас 12 ночи. И что мы будем делать? Ну, мы же обещали прийти ужинать после праздника. Это праздничный ужин по-турецки. Да, по-турецки, потому что другие места в данный момент закрыты. А мы едем, вот сейчас мы в Аксу. Это нам принесли вот мизе, салатики. Да, вот еще. Да, это икра, это подарок. Айран, вода, чай. Еду ждем, что мы заказали. Вы думаете, мы здесь одни? Нет, тут много. Работает до часу ночи. Называется Кёфтеджи Иса. Вот Иса, да, знакомый, правда, в Амине. Но это не наше. Он все время, мой младший расстраивается. Он говорит, почему не наше? Мы всех привели. Это наше кафе.
Поэтому принесите нам все салаты. Ой, нам принесли. Вот это кёфты. Я сказала 5, их оказалось 6 котлет. 5, это значит, где-то в другом было месте. Это табук шиш. Да и красивая подача на деревянной досочке, необычно. И вон большой перец. Время 1:00. Всех домой доставила. Сейчас себя тоже доставлю. Отлично сегодня провели время. Спасибо тебе большое. Вот и накормила, и путешествие сделала. Все, что возможно. Ну, красивое это место. Я просто говорю, если хотите получить вот такое удовольствие, как мы, приезжайте. Нет, да, нет, да, возможности, значит, нет. Особенно, кто отдыхает в Белеке, вот обязательно сходите, даже пешком. Тем более, уходит. Такие хорошие магазины, вот не то, чтобы в городе как попало, там прям... Мы хотели еще на шопинг, но не успели, надо туда пораньше. Все, в Land of Legends, иногда мы туда ездим. И все, спасибо, Лена. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Все, всем пока-пока.